Итак, наш воскресный выпуск посвящен одному из главных политических событий февраля. На этой неделе, в среду, президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Длилось оно почти полтора часа. Основную часть выступления глава государства посвятил внутренней политике. В своем обращении президент затронул темы, которые касаются здравоохранения, социальных выплат, ипотеки, новейшего вооружения страны, сотрудничества, внутренней и внешней политики государства. Послание президента России Федеральному собранию в этот раз прошло в гостином дворе и продолжалось 1:31. Ключевой задачей, которую определил Владимир Путин, стала задача сбережения народа, в том числе оказание всемерной поддержки российским семьям с детьми. Кроме того, Путин заявил о снижении налоговой нагрузки на многодетных семей. Для бедных россиян глава государства предложил ввести социальные контракты. Говоря о банковских кредитах и взявших их граждан, которые лишились дохода, президент предложил ввести дополнительные гарантии. Еще одна важная тема, которую отметил глава государства – индексация пенсий. Говорил Владимир Путин и об улучшении качества медицинских услуг. Президент поставил задачу к 2021 году полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники. Отдельно Путин остановился на проблеме борьбы с онкологическими заболеваниями. Глава государства отметил, что добиться поставленных целей можно только объединяя усилия в консолидации общества и включенности граждан в дела страны.